Друзья, приехал на очередную застройку. Находится на улице Мира, 116. Здесь мы будем строить 8 домов. Вот сейчас, в настоящий момент, возводится дом 105 квадратных метров. И вон там, чуть вдалеке, будет дом 70 квадратных метров. Фундамент уже заложен. Здесь уже начали делаться стены. Выгребная яма. Септик, то есть, да, то есть вот такое вот здоровенное на 8 кубов. И вот здесь вот поле расчистили. Это смотрится, что черти где находится. На самом деле просто пустырь большой. Мы его весь застроим. Здесь будет в ряд стоять 5 домов. И здесь вот тоже будет 3 дома. Давайте их посмотрим. А давайте, знаете, что сейчас сделаем? Подойдем к водителю и спросим один вопрос. Интересно, как он отреагирует. Давай, открывай нам дверь. Многие подписчики спрашивают, легко ли в Гастогаевской найти работу. Вот что можешь ответить? Давай так вот посмотрим. Кто хочет, хоть где найдет работу. Если хочешь работать, везде работа есть. Да, легко на работу найти. Если руки из плеч, если, да? Да, если человек хочет работать, то, конечно, работу может хоть где найти. Ну. А если человек не хочет, причин будет масса. А можешь сказать средний уровень зарплат? Ну, вообще, по всему району, как бы, да? Ну, начинаю средний. Сколько? Ну? Я, честно, не знаю, ну средняя, я думаю, что 15-20. 15-20, да? 15-20. Ага. Ну, то есть, кто ищет, тот работу найдет. Да. Как бы подошел к первому человеку, но я думаю, так вот нежданчиком еще кого-нибудь найдем, спросим, и вы сможете составить уже более адекватное представление и о уровне зарплат, и о вакансиях. Зарплата соответствует ценам здесь, магазинным. То есть получается где-то, допустим, зарплата 10 тысяч, да, а цены в магазине бешеные. Здесь зарплата соответствует цене в магазине. То есть, если ты получаешь 15 тех же самых тысяч, то есть нормально можно прожить на эти деньги. Я вот буквально вчера разговаривал с человеком, он с Сахалина, спрашивал, во сколько обойдется построить, заказать кухню на дом, на новый. Я говорю, средние расчеты примерно 1130 с бытовой техникой. Он так удивился, говорит, у нас там подобное в 700 обойдется. Но я говорю, ну у вас там и помидоры по 400, в принципе, да? Да, да, да. Здесь килограмм мяса 200 рублей. На Дальнем Востоке тот же самый килограмм мяса 500 рублей. Да. А зарплата такая. И суть в том, он мне по зарплате говорит, у нас зарплата примерно 70-80 тысяч. Но с учетом того, что здесь цены намного-намного ниже, то и наши более низкие зарплаты, они, в принципе, себя оправдывают. И человек, переезжая, ничего не теряет. К тому веду, что не стоит бояться низких зарплат в абсолютных величинах, потому что все в нашей жизни относительно. Что здесь можно потерять? Вот сейчас ноябрь месяц идет. Да, вот, смотрите, да. Какая погодка, кстати. Ни снега, травка. Тепло, без шапки ходим. Что потерять можно? То есть нормально. Плюс 10 сейчас где-то. Ностальгию только по тому месту, откуда переехал, потерять можно, да? Если переезжаешь, то ностальгии нет. Значит, чем-то то место не устраивает. Да. Ладно, спасибо, не буду отвлекать. Еще сделаю обзор. И тоже уже закругляться пора. Ну вот, как видите, друзья, подошел к человеку совершенно случайно. Он хоть и в нашей компании работает, но тем не менее к разговору готов не был. Поэтому можете составить кое-какое представление. Кстати, вот о застройке на улице Мира, что хочу сказать. Здесь рядышком есть речушка. И там даже наш прораб ловит рыбу. Давайте я покажу, где это находится. Мы тут еще не совсем разровняли участки, но тем не менее, вот смотрите, вот за теми деревьями на ниже уровня земли 3 метра находится речушка. То есть, как бы, почему сказал про уровень реки, потому что многие спрашивают, если речка рядом, возможно, будет подтоплять. Нет, она достаточно низко расположена, и это место высокое. Кстати, посмотрите, мы вообще находимся на возвышенности, на сопке, и вид
хороший. Смотрите, горы видно. Ну, сейчас уже осень, трава не зеленая, но вдалеке там гора, это заповедник, вот Гастагаевский, которая Красная Горка. Так, я сейчас нахожусь на фундаменте дома 70 квадратных метров. Как видите, фундамент монолитный. Вот, многие спрашивают, из чего у вас фундаменты. Да, монолитные у нас фундаменты. Никакие землетрясения, никакие катаклизмы не страшны. Все, друзья, сегодня всего плюс 13, прохладненько, ветрено. Я, чтобы не заболеть, закончу этот обзор. Еще раз скажу, здесь строятся дома 70 и 105 квадратных метров. Это самые дешевые земельные участки, которые у нас получилось найти. Здесь по 5 соток. Земля стоит всего 500 тысяч рублей, то есть в других местах уже 650, 1200 и так далее. Здесь всего по 500. Так что, если нужен бюджетный вариант именно в станице Гастагаевской, обратите внимание на улицу Мира. Она немножко дальше, чем другие участки, расположенные от исторического центра, но тем не менее, если есть машины, это вообще не проблема. Да и в любом случае, как бы, 20-30 минут прогуляться там до той же почты не страшно. А магазины, остановка тут рядышком, минут 12 всего идти. Так, вот здесь будут 5 домиков еще стоять. Так, что я еще хотел сказать? А, здесь будет освещение, как и на других объектах, по 15 киловатт. Центральный водопровод и все другие коммуникации. Ну, хотя какие другие? Септик, центральный водопровод и электричество. Двухтарифные счетчики стоят. Все как положено. Ладненько, всем пока.